Я очень мало чего об этом знаю. Я знаю такое название ЕГЭ, единый этот экзамен. Что там с тестами? Ну, наверное, тоже не идиоты придумывают эти те тесты. И, наверное, не просто так ввели ЕГЭ. Но одно скажу точно, я вот не любил учиться. Это большой мой недостаток и большая сложность. Вот. Если там всякие вот эти вот новшества, инновации, они стимулируют людей к учебе, повышают качество образования, то почему нет? Тогда круто.